Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что, 1000, ребят, кристаллов я собрал. Поэтому давай-ка мы приобретем 11 паков. Так, наборы. Вот это вот вечная проблема. Что выбрать, что выбрать? Давай глянем здесь. Так, наверное, я этот пак приобрету. Да, я, скорее всего, этот пак и возьму. В принципе, выбор неплохой, давай. Нужные там для меня есть карты. Так, 11 паков, поехали. Ну, это все у меня есть. Так, пошли редкие. Блин, два ореха. Арбуз, это хорошо. Но лучше бы, конечно, мне замораживающий арбуз. Мега редкий даже. Гриб. Так. Легенда, есть, есть, есть. Кто? Что? Звезда, ребята. Слушай, отличная легендарная карта. По-моему, у меня не было до этого звездочки. Поэтому хорошо, что выпала она мне. Так, а давай-ка мы теперь распылим ненужные карты на 1655. 62 карты, прикинь. Так, и где же? Вот она. А, нет, ребята, у меня была звездочка. То есть у меня теперь их две. Ее можно утилизировать, но я пока не буду ее трогать. Зачем мне ее утилизировать? Так, ну что, ранний доступ. Что это за задание у нас? Козел с ракетами так сильно не напрягает. У вас будет одна карта, поэтому используйте ее с умом вместе с колодой заморозка питомцы с холодными носами. Как понять, у меня всего одна карта будет? Вы что несете-то? Ага. Ну давай. Хм. Нафиг сюда козла послал, я ума не приложу. Попробуем. Ах ты, жучара мелкий. Что будем делать? Давай вот так вот сделаем. Слушай, сейчас работает еще защита. Блин. Защита сработает. Мне вот это не нравится, что он на воде стоит. Давай, курица. Сделаем так. Сейчас будет выставлять свои эти фасольки, да, я так понимаю. Еще вытворяет. Так, ну у нас работает защита. Заморозка всех растений на земле. Наверное, я пока не буду применять. Ураганчик. Давай вот этого. На кого ты, блин? Так, он сейчас будет замораживать, да? Поставить же все равно своего этого пройдоху. Сейчас будет обстреливать меня, короче, ребят. Так, сработает защита. Так,
Так, так, так, так, так. Че, кого заморозим? Ну, давай здесь заморозим. Сейчас защита будет этот. Мне кажется, он курицу сейчас уничтожит мне. Давай сюда поставим, фиг с ним. Ох, если он сейчас будет выставлять. Да, ребят, сейчас меня заплюют. Рикошет еще, блин, случайного. Ты серьезно сейчас? Пипец, ребят. Так правильно, я на воде никого не мог поставить. Он с помощью воды, ребят, меня уничтожил. Этот замороз, блин, на воде никого поставить не может. Так, ладно, давай-ка попробуем сделать ежедневки все. Так, выиграйте игру растением-героем-умником. Нанесите 20 единиц урона героем ржавый разряд. И разыграйте 3 зомби, которые стоят не менее 4 мозгов. Ну что, переходим на ржавый разряд. Ржавый разряд. Ну что, выбираем колоду пробная, как всегда. 1000 лет за него не играл. Эта колода у нас, если не ошибаюсь, на спортсменах. По-моему, так. Да ладно, ты хочешь сказать, что еще и противника мне не выделишь, да? Нашли, нашли. И это у нас подсолнух. Тоже 35 уровня. Тоже 35 уровня. Ну что, попробуем. Гриб. Он позвал, друзья мои, гриб. Что же ты хочешь сделать-то? Солнечный удар, что ли? Или что, что он сейчас будет предпринимать? Но ведь не... Еще утворяет. Да хорош уже, захаркал тут уже. Давай один гриб уничтожим. Далее. Еще один защитничек. А я так и думал, ребят. Поэтому тут у нас есть защита. Пам-пам-парам-пам. Пара-па-пам-пам-парам-пам. Блин, этот, правда, будет получать урон, да? Тут я, конечно, ступил чуть-чуть. Тырин, 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 тырин. Что же ты поставишь? Я поставлю вирус, это однозначно.
Поехали. К сожалению, не выживет, да? Грибочек-то мой. Что же ты сделаешь? Возделаем так. Надеюсь, у него могилоеда нету. И вот так. Опа, прокачку. Так, иди сюда, паршивец. Как всегда, блин, везет как утопленнику просто. Ладно, у нас есть хил, если что. Если что. Ну что там у тебя, солнечный удар у тебя остался. Что, еще на земле, по-моему, минус один ты можешь делать. Этого уничтожит, скорее всего, он сейчас мне солнечным ударом. А, вот он как делает. Ну, я не удивлен, ребят, нисколечко. Что у нас там осталось? Эй. Есть у тебя груша еще, интересно, или нету? Ох ты, ничего себе! Это что-то новенькое, друзья мои. У него, оказывается, есть алоэ. Команду, только не говори, что у тебя. Ага. И что, сейчас начнет выставлять, что ли, блин? Все, трындец, ребят. Раз, два, и мне хана. Специально сидел, выжидал, да? Охламон несчастный. Ну вот это вот я не ожидал, конечно. Так, разыграйте зомби, но мне нужно нанести 20 единиц урона. Я не ожидал, что у него есть алоэ. Вот серьезно тебе говорю. Просто. Я думал, это колода на грибах. Там вообще не должно быть никакого алоэ. Так, стоп, парень, подожди. Дай мне хотя бы глянуть, что у тебя тут за колода такая. Вообще как-то непутевая, если честно. Что у нас есть? Три камня, три валуна. Что-то... Не, ну по идее она рабочая, но почему-то... Почему-то не везет. Нашелся, да? Так, ну здесь... Блин, картофан теперь, ёк-макарёк. Тупонос, то золотуха. Два сумоиста. Два сумоиста. На чем он там будет играть? На орехах? Почему-то я так и думал, что на орехах. Так, посмотрим, могилоед есть у него или нету. Угу. Окей. Давай-ка вот этого сюда поставим. Погнали.
Сейчас проверим. Перемещай, ну перемещай. Все на этом, надеюсь. Так, мы этого, наверное, уберем оттуда, да? Да, мы этого уберем оттуда. Так вот. Так, защита сработает? Сработает. Пока, наверное, ничего не буду делать. Крахмал достал. Да, крахмал это, ребята, беда. Да как ты, блин? Ну, у нас тоже должна заработать, ребят, защита. Горячку ставь, да ставь ты кого хочешь сюда. Вот так вот. Давай, наверное, так сделаем. Сейчас начнет выставлять сюда. Крахмал тут прокачается, да? Потратил. Ты посмотри на него. Ладно, ушлепок. Так, защита. Мне даже, блин, некуда это говно потратить, ты понимаешь? Вот какого нахрена мне нужна сейчас, блин? Ну, сейчас я им устрою. Надо было этого поставить. Ну, ё-моё, ну... Как вот есть столько, блин. Достал уже, а. Так, еще два, блин. Что там у него? Я уже не помню. Пузырь? Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Эх, надеюсь, у него нету гриба. Уронов всем поблизости. Да, здоровица-то, конечно, маловато у нас. Thank you.
Но он там нахапал себе карт, ё-моё, поверь мне, дофигище. Вот скажи, вот крахмал выстрелял, где хоть один валун, который должен быть у меня? Где он? Так, 5, 2, ну этому, короче, хрышка, да, получается? Молодец, погнали. Выжил. На, на. Молодец, красавчик. Так. Иди ты со своим виноградом паршивым, ты достал уже. Ты серьезно? Поехали. Так. Сейчас кого-то сюда поставить, да? Пузырь, пузырь у него сейчас переместит. А, вот как он сделает. Эть! Давай так вот прикроемся. Крокодил. Мне нужен кто-то за 4 единицы, чтобы пробить его, ребят. Ну, в общем, все, ему крышка, я так понимаю, да? Никого он сюда не поставит. Есть. Не оказалось у него никого. Так, ну что, 20 единиц урона нанесли, да? Есть контакт. Так, теперь выиграйте игру растением героем умником. Ну, орех в доспехах же не умник, по-моему. Почему не умник? Должен быть умник. Давай, наверное. Умник у нас, по-моему, зеленая тень. Че, попробуем? За зеленую тень сыграть. Ой, 49 уровень. Все, ребят, это... Он сейчас разнесет. Я знаю, что это. Что это за маразматик? Это я знаю. Пускай это бомбит пока потихонечку. Пропускаешь ход? Нет, не пропускает ход. Он же может летучих мышей вызвать, да, насколько я помню. Может. А видишь, что делает? Ага, вот как. Так, это мы пока приберем. Так и буду, блин, отгребать твою налево, блин. Как же тут сделать-то, блин? Thank you.
Так, карту возьмем, блин, получим по шеям. И так тоже получим по шеям. Летучих мышей он может на воду поставить. Это сейчас будет по мне бомбить. Совсем вот, вот совсем, ребята, не в тему колода. Этого еще убирает охламона. Ни хильнуться, ни хрена, блин. Еще утворяет. Так, этого передвинуть и бомбануть, что ли, по нему? Или как? Заколебает, а? Да ну, тут я проиграл, блин. Ну и что? Ну вот, вот, вот что вот это вот? Еще он вытворяет. Короче, сдаюсь, ребят. Это бесполезно. Блин. Зеленая тень. Давай, наверное, за картошку. Картошка, какой же это из картошки умник, блин. А кто он еще, если он не умник? Макарек. Профессора дает. Почему они мне дают противовес? Мне не нужны вот эти вот ваши профессора и всякая подобная погонь. У него шаманство. Плевок тут. Пью. Шипастая лужайка у нас есть. Угу. Сейчас будет заклинашками бомбить какие-нибудь. Эхе-хе-хе-хе. Тянет две карты. Ну, увеличивает, ладно. Случайного зомби создаешь, да? Почему именно, блядь, с добором сразу берешь, а? Все на этом. Дороже, ну давай. Хорошо, ребят.
2 единицы урона всем. Ох, сейчас ты урона наполучаешь, парень. Ох ты, дурачок. И просто повезло. Ну, на самом деле ему не повезло. Сейчас любое действие, которое бы он не сделал бы, все. Он это осознал. Какую ошибку он сделал. Ты, оказывается, не умник у нас, да? Героем-умником. Умник это у нас, значит, получается гриб. Ночной колпак. Слушай, ранний доступ, это что, новое задание, что ли, уже? Почему галочка здесь не отмечена, что он, как бы, ну... А, это же я проиграл, я же его не прошел. Слушай, ну орех же, по-моему, умник. Орех в доспехах — это умник должен быть. Так, это кто у нас? Мозговая атака? Слушай, ну, в принципе, неплохо. Эту карту я оставил, ребята, только ради того, чтобы... Блин, наверное, зря. Ну, мало ли, пригодится. Этот, я знаю, этого зелебобу, блин. Со своими... Ну, что поделаешь, придется получать урон. Видишь как? Видишь, как поступает? Бонусная атака или что у тебя там есть? Нету ничего? Крахмал. Опа. Нахрена я так сделал, а? Твою налево, блин. Антигерой. Ну что, кровожадно сейчас поставит? Нет, перемещает. Так, ну у нас должна сработать защита от его удара. Сработало, а? Аж 23 раза. Че, ребят, надо захиливаться тут. Уж извиняйте. Ставим эту штуку. Рано, да, наверное, еще. У него 5 энергии. Что он сейчас придумает? Бонусную атаку делает. Эх ты, бонусную атаку делает он. Что-то мне кажется, тебе кранты, парень. Все карты потратил. Остался просто без всего. О, у меня еще вон что, цветочек выпадает. И это все, да? На всякий случай прикроемся, а вдруг у него там кровавая луна или еще что-нибудь. Бонус на атаку. Не удивлен нисколечко. С одной картой. Ну что ты сделаешь с одной картой? Ну, ну ты серьезно?
Ну, поехали. Так, антигерой. Ну что, ребят, можно бомбануть, в принципе? Или как? Или не будем пока? Да, хорошо, я тут обложил его. Я даже не знаю, что уже тут делать. Да просто в лицо бить его, да и все, ребят. Ну что, Орех, ты умник. Ай ты жук. Какой же ты, ты не умник. Умник у нас вот кто. Подожди, а что это у меня тут? Какая-то колода. Это вообще за бред. У меня есть клубника? Есть, две штуки. Блин, хочется какую-нибудь такую колоду сделать. Изменить. А может быть колоду на грибах сделать, а, ребят? Как нас там прописывали. Нас там, ох, как хорошо прописочили, так скажем. Давай попробуем. Создадим с тобой колоду на грибах. Ну, я имею в виду на грибах, потом, которые вот у нас эти, как их звать-то? А их тут нету, да? Так, возьмем этого на всякий случай. И возьмем вот эту вот, вот эти вот две лужаечки. Помидорки, наверное, пригодятся нам. Так, кого же еще-то тут взять? Хилищая лужайка нафиг она нам не нужна, мне кажется. Вот этих вот возьмем. Такс, у нас вот эти вот еще есть, да? Молоточки, газонокосилка. Нам нужно... кого-то взять, который бы мог сразу уничтожать. Слушай, а доборы, доборы, где у нас доборы? Ландшафт. А, у него нету ландшафта, да, с доборами. Все, я понял. Я не знаю, что тут еще взять. Ну, давай вот так вот попробуем, ребят. Я
Не... Или, подожди, лучше, наверное... Вот так вот. И вишню, 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 вишню я хочу взять. Я попробуем вот такой вот колодой. Ух. Это вот, наверное, единственный персонаж. Нет, еще за капитана Огонька. Не знаю, ребят, как играть за них. Хотел на грибах сделать, да, колоду. А получилось у нас не на грибах, а фиг знает на чем. На хилах, блин. Получилось. И что ты довольно радуешься? Чему радуешься, придурок? Ну, взял ты себе там карту. Сиди и помалкивай тогда. Не знаю, как он там легенду вытянул. Выполз, блин. Его можно поджарить, если честно, да? Сейчас чем-нибудь бомбанет меня, да? Парасоте, ты прикинь? Рикошет у него оказался. Ну, тварь, а. Ну ты тварь, однако. Пиратик у тебя здесь, да? Че, тоже пират, что ли? Ну давай. Че, с этими закончим сейчас, да, наверное? Или как нам лучше сделать? Хильнуться? Красавчик. Погнали. Так, это гриб? Это гриб. Молоточки. Хочет, все, легенды хочет получать. Да получает, ё-моё. Так, уничтожаем этого сейчас хламона по башке. Пинс. И сделаем вот так вот. Поехали. Так, неужели у него сейчас сработает защита? Сработало. Блин, превращать всех? Зря ты так, парень, зря. Поехали, ребят, все, кранты ему, короче. Пять. Пинс. Ну, шесть пробьет в лицо тут, понятно. А прикинь, еще не конец. Е. Это ему выпало 100% из сундука. Легендарная карта. Ну. Подсолнух, ты же умник. В плане, блин. Растением, героем, умником. Так. Роза, наверное, этот и вот этот. Скорее всего, так. Ладно, ребят, давай попробуем за зеленую тень сыграть. Так, так. Раз, два, три, четыре. Возьмем этого на всякий случай. Раз, два. Раз, два, три. Возьмем так, так.
Что еще нам понадобится? Наверное, доборы. Доборы. Раз, два, три. Ладно, фиг с ним, четыре. Вот этот вот, как у нас работает? При разыгрывании растений со способностью команды, все растения со способностью команды получают плюс один. Со способностью команды получает плюс один. А этот у нас при использовании ландшафта рикошет зомби. Интересная такая у нас какая-то колода специфическая получается. Фиг с ним. Знаю, что проиграю, ребят, но просто вот хочется попробовать. Оу, щит. Великанус. Ну нормально, да? Сразу по козырям пошли. Блин. Ну вот что это? Ну ё-моё, ну... Ну что вот это такое, ребят? Ну третий ход, только минималка начинается. Это ж тебе не подсолнух, который может захиляться, ёк-макарёк. Ну спасибо, хоть что-то дали. Уж не знаю, кто там. Там, наверное, этот чувак, призыватель. Скорее всего, ну да, так и есть. Здесь у нас призыватель. Что он может сделать? Да дофига чего он может сделать. Ландшафт поставить может. Какой-нибудь пробивающий. Видишь, кровожадность. Угу. Ну и что же теперь? Да ты заколебал ты, ёпрсты, блин. Чмошник, а ты посмотри. Так, ну я ландшафта ему, наверное, сейчас подпорчу, если у меня получится. Нет? Не получится? Так попробуем. Да ты серьезно? Ты серьезно, что ли? Блин, у него еще и есть такой ландшафт. Ну ты прикинь, а? Так, сейчас защита сработает. Нет, не сработает, у него уже. Так, этого ханурика надо валить.
Давай так попробуем. Угу. Заморозку сделать. Блин, мне кажется, там, ребята, этот чудило, который призывает, скорее всего. Который призывает. Ну да, который призывает, я так и думал. А, видишь, что творит? Сейчас еще вытянет карту. Эти у меня погибнут. Этот сейчас бомбанет. Пока пригодится. Угу. Как вот мне теперь, ребята, его уничтожать? Скажите ко мне на милость. Так, далее, что нам надо? 5 в лицо. Так, это заморозим, наверное, да? Ну вот как тут лучше сделать? Наверное, так. Ну, тут мне хана, конечно. Мне нечем уничтожить. Где мои вот эти вот стебельки растения? Где они, которые я набирал 4 штуки? Твою налево, блин. Подожди, я же не здесь их набирал. Че я чушь-то несу? Где у меня этот кабачок, который, блин, мог любого тут превратить фиг знает в кого? Где? Нету их, ребята, здесь. Нету. Тут крышка мне, все. За этого умника хрен ты выиграешь. Умник тоже мне нашелся. О чем я говорил, сейчас, ребят, покажу. Смотри. Скажи мне, милость, где этот? Где вот этот чувак? Где вот этот чувак? Почему ни одного из них я не получил, блин? Я вообще получил что-то минимальный набор, блин. Какой-то. Этого мне дали. Этого. Ландшафт. Все. Играй как хочешь, блин. Того, как бы, чтобы сразу уничтожить, у меня не получается.
То есть у меня нету ни груши, которая могла бы уничтожить. Да и к тому же это не актуально. Так, вот это уберем, наверное. Ладно, ландшафт надо было убрать. Хрен с ним. Видишь, начинается как. Видишь, как начинается, ребят. Раз он его поставил, значит, ага. Слушай, ну нам терять нечего, надеюсь. Сейчас молнией бомбанем, да? Нет, у него есть вот такая штука. Засранец, а? Ну что, еще 3 единицы урона сейчас нанесешь. У тебя же есть, наверное, заклинаха такая. Как тебе такой расклад? Достал он меня уже, если честно. Сейчас влупит еще опять. Ну, по крайней мере, избавились от этого хмыря. Что же у тебя на уме? Давай так сделаем. Друзья, вам не кажется, что он... Что он выжидает 11 энергии, чтобы выставить 3 гаргантюа? Тебе так не кажется? А мне вот кажется... Не-не-не-не, ты этого парня убери отсюда лучше. Он нам нахрен не нужен. Да. Угу. А он там сбросит Франкенштейна, типа, да? Замечательная карта, ребята, выпала. Как раз подстать. Как раз, друзья мои, подстать выпала карта. Эх, что там у тебя? Ага. Все, сдался.
Но ты умник. Да, ребят, это был умник. Сколько играю, все никак не могу запомнить, кто у нас умник. Так если это умники, а те тогда кто у нас? А? Скажи-ка мне на милость. Кто у нас, например, Бонгчой? Где это, блин, увидеть? Мне кто-то объяснял, что это можно где-то посмотреть. Я вроде пытался, тогда ничего не видел. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.